Вот такое вот утро наступило на острове Кочан. У нас здесь костры жгут. Очень красивые места здесь, особенно вот эти горы, которые там лежат. Так, ну что ж, будем выходить. Сейчас надо, чтобы убрали нашу комнату. Амур уже пошел на море. Тапочки надо надеть. Sorry, все. This I left to you. This I left to you. No. Sorry, I need three towels. We have three people. 1, 2, 3. Okay, 3 towels. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Так, выходим на улицу. Слушай, а там что у нас вообще находится? Это балкон, что ли? Вон да. Тут. Да? А, просто терраса, да? Ну давай посмотрим. То мы ни разу сюда что-то не приходили. Тут красиво сидеть здесь. Здесь столики вообще есть? Нет. Это жалко. А вот здесь такой маленький этот есть. Вот здесь можно сидеть, кстати, песни сочинять тоже. Ну да. Друзья, вот такой вот бидончик у нас тут. Жара. Так, вон там море. Здесь улица. Пляж. Сейчас надо найти Амура, он где-то здесь должен сидеть или кушать. Или в интернете. С интернетом на острове проблема. В интернет-кафе можно сидеть. Там одна минута, 1 бат стоит. То есть 1 рубль. Также, если так заказывают, что очень сложно постоянно. Глючит, зависает, как в общем и во всем Таиланде обычное явление, поэтому загружать видео сейчас варианта нету. Так, там бассейн. Может, он в бассейне? Сейчас посмотрим быстро. Так, здесь его нету, вроде бы. Да. Висит шведский флаг здесь. Здесь в основном все отдыхающие, это шведы, немцы, англичане и австралийцы. Вот в этой гостинице очень мало русских, но не считая компании, которая рядом с нами, и Жени, парня, которого мы здесь встретили, благодаря чему мы здесь поселились в этих номерах, потому что он свои номера, которые у него были сняты, отдал нам задешевле. То есть вот таким вот образом мы в этом отеле и находимся. Отель, кстати, нормальный. Вот бассейн хороший, все хорошо. Ну, кроме интернета, конечно, это естественно. Называется отель. Как он называется у нас? Алина Грант. Как? Алина. Алина Грант, да. Алина Грант называется отель. Так, сегодня у нас задача, друзья, снять какой-нибудь джип. Вот. И на этом джипе вообще мы хотели найти барана на этом острове. Но так и не нашли пока. Нашли только вчера ногу, и то она просто замороженная. То есть не свежее мясо. В принципе, баранов, конечно, на этом острове хватает. С ними проблем нету, но баранов, которых едят, их нет. Вот сегодня мы хотим снять вот типа такого какую-нибудь машину, найти этого барана и проехаться по всем вот этим прекрасным местам, которые на этом острове есть. И поделать шашлычки, посидеть, в общем, провести такую очередную пачанга-партию. Вот, ну что ж, пока выключаюсь, буду беречь батарею. Смотрите, Обзор ТВ. Двигаемся в солнечную Калифорнию.